Итак, Питерфуд, общаемся с нашими гостями. Ильгиз, привет, как настроение? Здорово, все супер, здравствуйте. Мы находимся здесь на выставке Питерфуд, и задачи у нас, собственно, конкретные. Мы здесь для того, чтобы делать бизнес. Расскажи, какую компанию представляешь и какие задачи ставишь перед собой здесь. Здравствуйте еще раз. Мы из города Самары представляем компанию «Халяль Продукт». Торговый дом у нас называется «Яктылык». То есть у нас задача представить, показать клиентам, что мы производим продукцию, которая сделана по стандартам качества «Халяль». Это продукты, которые не содержат мяса свинины. Это должны все знать. То есть мы нацелены на то, чтобы зайти в сетевые магазины, которые находятся, грубо говоря, и у вас в городе Санкт-Петербурге, ну и по всей России. Мы вот производим продукции, такие как вот, это вот продукт «Мирас» называется. Mm-hmm. Он содержит мясо конины и мясо, и жир, то есть конины. Так, это вот чисто из мяса курицы, рулет в фольге запеченный, тоже интересная позиция, которая продается уже вам практически во многих сетевых магазинах, то есть достойный продукт. Вот. Соответственно, это вот наша так, самая главная задача, то есть позиции, которые у нас есть, в районе около 100 позиций, по которым мы производим. Слушайте, ну это очень здорово. Аналитики говорят, что покупательская способность ежегодно становится чуть меньше. Что делают компании, в том числе ваши, для того, чтобы привлекать новых, чтобы удерживать уже существующих покупателей, привлекать новых? Ну, Роман, как известно, то, что сейчас халяльное направление как бы набирает такие обороты. То есть это совсем другой рынок. В нашу страну приезжают люди, которые именно придерживаются той продукции, которая именно халяльная. Соответственно, ниша рынка по халялю, она как бы постепенно набирает обороты. Соответственно, мы с этим продуктом пытаемся зайти, то есть на этот рынок, который сейчас есть. Ну, судя по интервью, я так понимаю, что задачи здесь амбициозные. Планов много, нужно встретить много хороших покупателей, поставщиков и закупщиков, которые, собственно, будут пользоваться халяльной продукцией. Правильно понимаю? Ну, все правильно, все правильно. Ну, я желаю хорошего бизнеса, и пусть действительно колбаса будет вкусная, а халяльная продукция будет популярная. Спасибо большое.